В результате ДТП в Иванове в очередной раз пострадал несовершеннолетний мотоциклист. Около 12 часов дня на пересечении улицы Дюковской и 2-й Ключевской он врезался в поворачивающую служебную автомашину скорой помощи марки УАЗ. 15-летний лихач ехал без шлема, но травмы головы удалось избежать. С поврежденной ногой мотоциклиста доставили в больницу. Водитель УАЗа не пострадал. Госавтоинспекторы сообщают, что подробности ДТП сейчас выясняются. Причина этого происшествия будет установлена попозже органами дознания. Будет оценены показания всех участников дорожного движения, свидетельская база будет оценена. Однозначно можно сказать о нарушении правил эксплуатации несовершеннолетним мотоцикла, ибо лица, которые, возраст которых не достиг 16 лет, запрещено управлять вообще мототранспортом.